Привет, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Сегодня на дворе 26 января. И смотрим, лидеры текущего месяца у нас январь. 6 человек, опять моей команды, выбрались в топ. Делайте выводы. Первое место. Артем Плешков. 11 благотворителей за 26 дней. Я на втором месте. У меня 9 благотворителей. Идем дальше. Юлия Бирюкова, 5 место, 5 благотворителей, 1022 волонтера. Елена Шарченкова, 3 благотворителя, 160 волонтеров. Джохан Конрад, 3 благотворителя из Германии, тоже моя команда. И Виталий Семенов, 2 благотворителя. Если вы помните, 3 недели назад я снимала видео, как я оказала помощь еще на один год и попала в акцию «Быстрый старт. Двойной доход». На сегодняшний день мой текущий результат – 6 благотворителей. То есть уже мой доход увеличился в 2 раза. Я пригласила 6 человек за это время. И, может быть, за 10 дней еще кого-нибудь приглашу. Вот наводим мышкой, ваш гарантированный бонус по акции уже составляет $60. Это помимо того, что я заработала, это приз $60. Разве плохо? Умножайте на курс доллара. Вот. У меня ежегодная финансовая помощь оказана до 9 января 2018 года. Делайте выводы. Команда лидеров рулит. А регистрация в нашу команду будет под этим видео. Пока-пока.